Сколько можно смотреть ужастики дома? Нужно что-то пострашнее. Хотите реально страшненького? Пойдем в крутое местечко. Магазин страшных предметов. Круто! Зажжем! Последнее уведомление. Дура, Сати! Дух не может успокоиться? Здесь кто-то умер. Алек Уинзер. На субботу есть план. Мы трое. Лучший день в году. Все как всегда. Магазин закрылся, а мы еще внутри. Хочешь сказать, что мы в ловушке? Это было здесь раньше? Задашь правильный вопрос, получишь правильный ответ. Здесь блуждает дух Алека Уинзера. Что ему нужно? Что здесь происходит? В день смерти они могут на час завладеть вещами или людьми. Эй, стойте! Куда же вы? Он не отвечает. Он с друзьями. Все хорошо. Мамочки. Нужна жертва, чтобы его освободить. Карсон, давай! Твоя подружка меня пугает. Привет!